Фредерисе, город и порт в Дании, центр коммуны Фредериси, на западном берегу пролива Малый Бельт, соединен мостом с островом Фюн. Население 44,9 тысячи, 28,198,37,074. Основан в 1650 году Фредериком III как крепость для защиты полуострова Ютландия. Обладал особыми привилегиями, включая свободу вероисповедания и освобождение от налогов. После разрушительной осады 1849 года датчане изгнали солдат Пруссии из Шлезвиг-Гольштейна, что привело к заключению перемирия. В городе сохранились первоначальные восточные укрепительные валы и общая могила защитников города на кладбище церкви Сан-Тринитатис-Кирхи. Фредерисия является железнодорожным узлом. В городе производят изделия из столового серебра, мороженую рыбу, текстиль, табак, минеральное удобрение, продукцию машины и судостроения, оснований предприятий по переработке нефти в 1960-е годы дало толчок для развития индустриальной базы. В городе проводятся ежегодные промышленные выставки.